Приветствую всех на канале Микромир. Я начинающий мирмикипер и хотел бы поделиться с вами опытом, который я получил за это недолгое время. Итак, начнем. Компонотус никобаренсис. Если задать опытному мирмикиперу, а какой же экзотический вид мне можно завести с моими минимальными знаниями в этой области, они вам скажут: ну попробуй завести компонотус никобаренсис. И я с ними полностью соглашусь, потому что этот вид прощает очень много ошибок. Кормлю я их через день. Ну, кто-то может сказать, что это слишком много, кто-то рекомендует реже их кормить. Но я кормлю через день. Один день даю сироп медовый, потом проходит один день, я им ничего не даю. И получается, на третий день я даю им живой корм. А из живого корма я даю личинку жука-знахаря. И иногда балую их мушками-дрозофилами. Вот. За то небольшое время нахождения у меня этой колонии я заметил, что они очень осторожные, достаточно такие организованные. И есть у них такая фишка, когда они чувствуют опасность или же какой-то неопознанный объект, то они оповещают своих собратьев вибрации брюшком, то есть они постукивают прям брюшком по поверхности. И это достаточно так интересно наблюдать. Не так давно подключил к пробирке мини-арену. Она достаточно удобна, и использую я ее первый раз. Знаете, все эти заморочки с доставанием ваты из пробирки и так далее, это как раз такой геморрой при каждом кормлении. А мини-арена, открываешь крышечку, закидываешь им что нужно, там, наливаешь им сиропчика, и все, и закрываешь крышечку, все, не надо мучиться и бояться, что кто-то сбежит. В общем, мини-арену рекомендую новичкам. И заказать ее можно на Алиэкспресс спокойно. Там она стоит недорого. О чем еще стоит сказать, так о том, что у этого вида есть еще отдельная каста. Это солдаты. Вот, они выглядят намного крупнее. Ну, их можно сразу заметить среди обычных рабочих. Но пока у меня таких нет. Как только, дай бог, появятся, я обязательно вам их покажу. Крупные яркоголовые солдаты величиной до 13 мм. Согласитесь, так и неплохо, да? В общем, это очень классные муравьи. Я советую новичкам, так как сам им являюсь. Вот, заводите, не бойтесь. Про них достаточно много информации в интернете. Вот. И прошу вас всех строго не судить, это мое первое видео, ставьте лайки, ну или не ставьте, это ваш выбор, спасибо за просмотр, всего доброго.